think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, забираем сегодня плюшечки, дождались. И сегодня у нас будут плюхи сразу же, X8 сразу на всех аккаунтах. А, будем забирать. Так, на английском еще плюшки не обновились. Начнем с русского сервера. Тут будет у нас самый трэш, скажем так. А, поехали. Вчера появилось... Время обновления сейчас обновится. Маленькая помощь. Заберем сразу же на двух аккаунтах и сравним. Так, что у нас здесь? Камешек, 200 снеков, 3 сундучка. Ну, такое себе, честно скажу. Нижний приз был бы повеселее. Все-таки 100 пыльцы. И что такое на сегодня 100 пыльцы? Это вообще ни о чем. Так, сейчас я чекну, или я забрал... Видите, как раз не забрал. Поехали. Сразу же на второй аккаунт. На сардельку. На сардельке там, конечно, трэш. Я не знаю, когда я буду качать этих героев. Я вчера даже битву гильдии пропустил, уже не успевал. Ах, кофеек хорошо заходит с утра. Так, посмотрим, что нам дали на сардельке. Маленькой помощи. Маленькая помощь сарделя. Наверное, там получше были плюхи. Ну, хотя, в принципе, все зависит от силы вашего аккаунта. Пишите, у кого какой набор был. Ну, тут, конечно, вот этот вот нижний набор тоже яркий. Все-таки 5 сундуков. Но, видите, они таким образом подбирают, чтобы без донатов, но мелким левелам хотелось бы задонить в эту акцию. Так, события. Я тут, как обычно, пропустил все. Такс. Первый день сегодня, ничего себе. Я вчера на немке тоже провтыкал битву гильдии пройти. Сейчас зайдем, чекнем потом, какое у нас там место. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, здесь мы тоже наборчик за один самоцвет уже забрали. Вот такие вот плюшечки. И сейчас будет у нас самое основное. Сейчас пойдем дальше на английский сервер. Единственное, здесь хочу... Ну вот смотрите, 200к кулаков, в принципе, на халяву. Так, ваши подарки. Давайте пооткрываем. Чик-чик. Водушка, выживание. Довольно-таки неплохо. 5 камешков. Такс, окей. С этим мы разобрались. Сейчас у нас акции обновятся. Пойдем отсюда дальше стартанем и пойдем уже на английский сервер. Так, что я хочу? Я хочу зайти посмотреть, что у нас. Вчера, видите, битву гильдий провтыкал. Мы бы не забрали первое место. Мало кто на русском играет. Сейчас больше играют на английском и немецком сервере. Так, то, что там на регистрации кучу твинков позаводили, это такое. На русском просто больше всего твинков. Основы всех на других серваках давным-давно. Так, у нас есть вот такое вот божество. Надо будет его привести в порядок, я не знаю, делать ему эволюцию. В принципе, камешков у нас хватает. Надо будет единственное самики подкопить. И можно будет сделать эвку как следующему герою. И тестировать уже потом на запределе, которое здесь, кстати, тоже... перестал фармить. Так, с фрейка наша. Отлично, смотрите, восьмерочка как раз у нас в тему. Так. Ну, кстати, сегодня же запределье как раз открылось.
Сейчас за киногероев. 3 и 4 у нас будет. Божество. Вот так вот 4 героя будем пробовать. Хотя у нас в рае уже 30-й прорыв. Не знаю, как тут будет и силы. В принципе, у нас уже 100к. Такс. Золота и маны у нас хватает. Надо будет попрокачивать здесь героев. Сейчас заодно посмотрим, сколько нам надо будет. А, у меня здесь запашек не хватает. Думаю, что-то здесь было не так, что мы не докачали тогда. Я книги все спустил на прокачку Фрея. Все, вспомнил. Ну, сейчас посмотрим. Сколько нам там ресурсов надо будет. На 180-й. Ну, по крайней мере, одну эволюцию сделаем. Такс. Сейчас я добавлю ресурсы. Это я на немке начал качать. Здесь что-то хранилище. В принципе, можно было уже давным-давно их докачать. Ну, 646 первая. В принципе, 2К и вторая эволюция. Без проблем. Так, этого мы делать не будем. Мы сразу делаем так. Эволюция. За кагашки. Окей. Еще и самики сейчас получим. Блин, да, у нас сейчас хватит. Наверное, сразу же сделать вторую эву. Где там наше божество? Блин, оно сейчас будет перескакивать. Вот оно. Ради интереса сделаем по максимуму эволюцию. Насколько у нас хватит, конечно, книг. Так, 160-й есть. Это не самое главное. Сейчас мы пойдем плюшки забирать. Мне больше плюшки интересуют. Потом я уже с божеством буду разбираться. Так. В принципе, должно нам хватить. Не знаю, как по книгам. Сейчас посмотрим. Ну, на вторую эволюцию мы должны перевести. Еще 646 как раз впритык. Не знаю, нам книг, наверное, не хватит скорее. А, у нас есть с кагашками напряг. Кагашки — это не беда, у нас есть слизни. То я многовато продал вроде как. Так, эволюция. Вторая, отлично. Ну, божество на второй аве. Без проблем. Знаю, что у нас по книгам, конечно, будет сейчас, но я потом докачаю уже его. Надо идти забирать самое основное, самые топовые плюшки сейчас. Так, и запашек нам не хватает. Ну, в общем, этим разберемся. Так, поехали. Набор, таланты выигрывают, возвращение домой. Вот так вот, возвращение домой запустили, нифига себе. Сейчас чекнем, что по плюхам. Ну, заходи, не хочешь, что-то тормозит. Поехали сюда. Сейчас, наверное, будет здесь тупить, потому что все будут забегать.
сейчас с утра все по акциям бегают, как обычно скажут, что на русском сервере подвисают. Подвисают акции. Не, все-таки запустила, вроде запускает, долго оно грузится. Так, продолжить. Забрать набор энтузиаста. Забрали. Сейчас посмотрим, что у нас. Ну, забрали. Забирайся. Вроде забрали. Нажали, ну не знаю, или забрали. Да, забрали. Ну, нормально там плюх, кстати, надавали. Так, еще плюшки не пришли. Сейчас попробуем зайти. Хрустальный, добыча пирата. Пират не поменяли на русском, не. Сейчас попробуем еще с вами зайти. Возвращение домой, сразу посмотреть. Если, конечно, оно сюда запустит. Ну, единственный вариант такой акции, это когда ты создаешь кучу твинков, и ты на них не заходишь. Потом заходишь и вводишь код. И что-то оно не хочет пахать. Так, окей, поехали дальше. Не будем тянуть время. Поехали на первый аккаунт. Такс. Сейчас попробуем зайти. Если даст, может с этого аккаунта даст зайти. Да, дали. Дали зайти. Еще по ежедневным наградам. С возвращением. Каким возвращением? Я никуда не уходил. В общем, не хочет оно так писаться. Сейчас почитаем. Просто получит награду. Какую награду? Оно не открывается. Это надо будет попробовать на аккаунтах, которые не заходили давно. Ну, мне лень, честно говоря, этим заниматься, создавать. Так, поехали сюда. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Продолжить, забрать набор энтузиаста. Забрали. Идем сразу на английский, а потом заберем все плюхи, посмотрим, сравним. Что у нас интересного получилось? Сейчас заодно английский чекнем с утра. Так, комп камень тоже. Тоже есть. Какие плюхи, видите, они не пишут. До 25 героев. Так, и Little Help есть. Так, что у нас еще интересного? Currency Card. Понятно. В общем, идем в самое интересное. Наборы энтузиаста. Забираем сейчас на этом аккаунте, потом забираем еще здесь на твинке. И бежим, бежим, сравниваем, что у нас в итоге получилось. Так, тут забрали плюхи. Сейчас посмотрим, чекнем базар сразу. Может, там что-то новое есть. И Little Help заберем. Ну, видите, такое же Little Help, как и на русском сервере по плюхам. По ивентам. Что, на рынке добавили новые итемы? Добавили скин. С того, что я вижу, и, наверное, осколки вот добавили. Update pack.
Больше ничего такого нету интересного. Затрату, за найм. Да. Поехали сразу же на еще один аккаунт. И пока плюшки, видите, не приходят сразу. Ну, надеюсь, мы их заберем сейчас. Такс. Смотрим сразу Little Help. Такое же, кстати, как и на этом. Видите, где-то, наверное, свыше 500к одинаковые плюхи плюс-минус. Так, и забираем. И забираем плюхи отсюда. Идем, начинаем с русского сервера. Смотри, что в итоге мы там получили. Я надеюсь, места нам везде хватит. Там на русском, в принципе, уже, думаю, все прошло. Так, отлично. Так, битва замка в русский сервер. Поехали. Итак, что у нас есть? Да, вроде плюхи пришли. Место есть. 448. Место как обычно. Места как обычно нету. Сейчас что-то пооткрываем, чтобы нам места хватило на все плюшки. Так, что у нас в итоге получается? 10. Сейчас попродаю эти ящики нафиг. Кстати, у меня здесь есть еще раритетная карта. Рарка. Это еще с тех времен, кто помнит. Так, эмблему открыли. Ну, в принципе, у нас там не так уж и много плюх, я думаю. Получить. Вот такие у нас плюхи. Так, не понял. Что, нам плюхи не пришли за этот еще? 100 это обычные плюхи. Блин, как все долго. В это время обновления. Ну ничего не сделаешь. Видимо, оно не дало. Забрать набор энтузиаста. Я уже даже захрип. Награда получена. Не вижу я этой награды. Где моя награда, блин? Вы видите ее? Я ее не вижу пока что. Пробуем на твинке забрать. Тут та же самая ситуация. Награда получена, что ли? Короче, русский сервер, ребят, как обычно. Зашел, забрал и хрен что получил. Вот так я это называл бы. Нифига не забралось. 20 минут провтыкал. Награда получена, написано. Вот объясните мне, где она получена, кем она получена. Жесть. Сейчас давайте выйдем, перезайдем. Может, так поможет. Может, такое количество, что сервер не успевает. С наградами, не знаю. Но это просто трэш какой-то. Нифига плюх нету.
Да, заходи уже. Ну, нету плюх. Не знаю, где тут награда получена. Идем на английский. На английском есть плюхи. Странно. Как-то, ребята, очень странно, я вам скажу. Там есть, тут нету. Так, ну я думаю, тут расходники у нас все влезут. Вот такие вот плюшечки у нас на английском сервере мы получили. Ну, конечно, не все награды отсюда, но тут еще одна копилась, я не все забрал. Но вот пришли плюхи с этой акции. Реально пришли. Это первый аккаунт. Поехали. Жесть. А на русском нифига. Поехали на основной аккаунт, заберем там. Как обычно, еще и выбивает, ну, все дела. В общем, я ничему уже не удивляюсь, что оно работает нестабильно. Но на английском зашел, забрал, на русском написал, а вы уже забрали, получили. Где я их получил? Я пока их не видел. Может, они попозже придут. Но это не точно. Такс. Как я вчера и говорил, что на русском киданулись наградами, хоть там и 17 числа, но я пока их что-то на русском не вижу. Так, тут тоже мы плюхи сейчас заберем. Вот вторые плюшки, вот такие вот, тоже довольно-таки неплохо. Такс, и поехали на... Опять русский сервер посмотрим. Битва замков. Блин, жесть, полчаса. На полчаса это все действие растянулось. Я думал, сейчас 5 минут и все, фиг там. Вот вам битва замков, которую, блин, садишься играть и пару часов вылетает. Ну, где мои плюхи? Вы чё, блядь? Чё это за прикол? Вот я не знаю, напишите, у кого такая же самая хрень, но плюхи мне не пришли. Нету плюх. Просто тупо нету. На русском сервере, ребята, как обычно. Просто нет. Я не знаю, что сказать. В общем, чё тут говорить? Там я получил, здесь я нифига не получил. Очередное кидалово, я считаю, не знаю. Ну, они не приходят, там пришли, будем ждать. Подожду до, там, не знаю, час-два, потом опять зайду на русский сервер. Ну, в общем, думаю, вы все поняли насчет русского сервера. Я вам ничего рассказывать не буду. Напишите, у кого такая же хрень. Потому что оно не забирается. Ну, нету этих плюх. Просто тупо нету. Награда получена, она не пришла. Вот нету ее. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.